В музее сформировалась уникальная коллекция картин, гравюр, произведений декоративно-прикладного искусства, авторов с мировым именем, в том числе рязанских художников. Экспозиционная работа музея также вызывает восхищение, ведь посетители и сотрудники ежегодно знакомят с шедеврами современного искусства, с частными коллекциями. За годы выстроились теплые отношения с музеями разных регионов и с частными коллекционерами. Добрый день, меня зовут Мария, и я рада приветствовать вас в Рязанском художественном музее. В ближайшие полтора часа мы познакомимся с вами с удивительной коллекцией русского, западноевропейского искусства, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и небольшой, но очень значимой коллекции древнерусского искусства рязанских земель. Такими словами, я каждый день встречаю наших экскурсантов. Для меня это привычная работа, но поверьте, в ней нет никакого шаблона или однообразия. Ведь в этих просторных и светлых залах я окружена настоящими сокровищами, которые созданы человеческими руками. Сотрудникам музея вручили памятные знаки губернатора Рязанской области за усердие, почетные грамоты и благодарности. Юбилейный праздник украсили камерный оркестр Рязанской области и солистка Рязанского областного музыкального театра Алена Сильвестрова. Художественный руководитель оркестра – заслуженный работник культуры Сергей Проскурин. Напомню, музей образован 30 марта 1913 года. Коллекция пополнялась за счет дарителей и участников выставок. В 1915 году музей передали городу. В том же году прошла первая выставка. На ней было представлено 72 экспоната. Сейчас фонды музея насчитывают более 15 тысяч произведений отечественного и западноевропейского искусства 15-20 веков.